Не поняла. Ладно. Посади мене. Спасибо. Назад,
Я тоже не знаю. Не понял, а что это мы не участвовали? А ты что? Нет, если легко, да? Спокойно, спокойно. Сзади. Але він не сухо, капець. Один дома, скрипа. Та больше. У меня 1.96 метр. Ти зробив команду. Вовремя. 1.96 метр. Посчитав свою задачу. 2.02, наверное. Пітер Крауч таки, да? Да. Я якраз через себе забив, я тобі прозрію. А Ібрагімович? Та Ібрагімович, він, як сказав, ще й ваш. А як Мексе? А є там? Я вже пісню. Кать, стагарена сексуальна кожа. А может так само только чуть выше? На суп мало, кстати. Володя, тогда я тебе анекдот расскажу. Расскажите, тут после войны было. Анекдот интересный, с ними анекдот. Девчонка, нормально, как я, бинтувала. Поранених, це я розпочатав, допомагав їсти варити. От я Вовочка що робив, а я снаряди подавав, і що тобі казали? Гуд-гуд, Вольдемар казав. Охрана не хотіла стілом пускати. Счет, какой счет, ребят? Кажу, я рюкзак кажу, не відкрите. Кажу, вже закрите. Не насмітити, не ти. Ні, ми оце, ми викрили. Открити тобі пиво? Морожене? Проїхався? Але ти що, ти один тільки їх троє, по-моєму, що? Ну ти що? І то молодець проїхав. Да. Ювентус свою на руку сыграл. Пацаны, судья всегда прав. Спочне. У нас саме тяжела гра, це було якраз з Ювентусом. Так, там, але в кінці ми додали. З Ювентусом ми так додали, блін, капець. Клітка, палець, вибери. Там все нормально. Мені ж видно, як палець. Так, ми вибери, в кінці того. Так. Ну, нічого закономірно, в принципі. Ну, і Ювентус, в принципі, дасть на перше місце, да? Справедливо. Так,
Кого у вас отступ? Ну ты не пьет пиво, что ли? Как только мы. За победу. А, да. За победу. Не запиняйся, хорошая рана. За победу. Типа, стукаемся. Пиво с мороженым за победу. Медали понадевать на эти колено. Знайшов? Раздевался. Пустила ноги сзади за спину. Отлично! Скільки ще грати? Количество голов. Вийшла бомбардира. Я думаю, буде бомбардіру. А ну, парни, кто сколько голов забыл? Не, я могу с уверенностью сказать, что я... Олег самый лучший. Если бы не то, на что же перечетно были, если... Треба в следующий раз... Ты забыл не одну? Да, ну, я ж не отдавал. Разве вываливали, что ты... Правильно он 7 забил голов? 7? Да? Тогда 8 забил. 7 голов забил. Кто? Нет, не он. Он перестоит. Кто в тебе обнял? Олег, ты 7 голов забил? Скажи, как удалось тебе забить 7 голов? Але эмблема, по-моему, має вище бути, правда? Возьми у него интервью. Что? Саня, отойди, вроде говорят. А кому не сыграть? Сейчас разберемся. Меня, на. Рома! Реклама. Андрюха, мне можно некрасиво. Не, ну я вас вначале ж поздравлял, да, с последним местом или нет? Или вы еще не последний? Надо так. Пацаны. Очень, да. Я на червью. Старались. Ну старались, не, молодцы. Такое. Ну ладно, ну Сейчас. Что-то же нет, так неинтересно. Хочется, чтобы... А есть, а конечно. А какого херова станет сегодня? И Гризман. Ну я на ту пробежку по плану всю свою силу забрал. Я бачу, ты из ворот ушел сразу. Не-не-не, в першому тайме, коли гол мы вам забили першого. Я ж по плану там пробіг, прострелив. Та там я уже такой. Не, ну вы старались, честно, как бы. Во! Ну, не получилось. Виноват. Наступного раз. Просто мы как бы ну, не самые сильные команды. Нас а у нас вообще двое с Корнеем еще. Наступного раза я вам. Сколько там? Двое сидят. На волу! На волу! Ладно, дали. Мы с Пипом фан-визик. Лезик на клубе. 2 роки підряд раз брали 2 кубки, чемпіонати раз брали. В Інтера так поїхав бігав. В Юве не бачу. Мілан не іграв. Не іграв.